हेलो फ्रॉम द सेंट्रल रीनक रीनक मतलब मार्केट सेंट्रल मार्केट ऑफ ब्रांस शहर है ये हमको मेरे को चाहिए टी शर्ट मेरे पास जो होता है ना ब्लैक कलर की टी शर्ट ऊपर से झंडा बना हो रशिया का मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे को मिल जाए और मेरे को दिख नहीं रही तो चलते हैं देखते हैं कहाँ पे मिलेगी है पुनित देख लेंगे चश्मे तो कुछ पहले टी शर्ट ढूंढ ले यार मेरी तरबूज है तरबूज हैगा आधी बारी में खाते हैं तरबूज तरबूज खरबूज है कुछ जराब पे लेनी यार एक देख अगर मिलती तो भी ढूंढ लेंगे जराब तो सामने दिख भी रही है नहीं हाँ ये लेडीज़ की है टी शर्ट हट पूछो दिस तो भी मैंने फुटबॉल का तो भी फ्लैग रस्सी इसके बोल नेट हाँ इस दिस देने बहुत मोर ना नहीं तो на себе? Да, на меня. Я так не знаю, где у вас. А здесь что, детский, что ли, рынок? Нет, это детский. Такое, это... А в этом не будет, типа, футбольном? Не будет у них атрибутики в этом? Атрибутики. Мы же там найдем. Нет, там, ребят, сходите, вот если будет вот музей, вот тут за ворота выходите. Ага. Иди покажи. Да. Ну, я покажу, иди сюда. Да, да. Рынок-то это, да, центральный вообще? Это да. Да, да, да. Я сейчас спрошу Вадима. Ну, спроси. Если что, вот тут вот ряд магазинов идет, вот здесь вот, вот ряд магазинов. Да, да, там есть футбольная атрибутика. Может, у них футболки с флагом России будет? Ладно, может. Сейчас, подожди, он спросит, может, тут еще будет. Мне показали, что здесь будет. Нет, лучше такое, тут сейчас, какой... сейчас узнаем. Сейчас, подожди. Потом, да. Российским флагом, да? Да. Флаг или написано? Что-нибудь российское, связано с Россией. Вадик, у тебя есть футболка, написано либо Россия, либо флаг российский, с флагом российским. С гербом есть Россия. Что? Герб России. Герб России. Это что? Орел где? Вот, ну, орел. Орел. А где можно? Вадим, выйди-ка, пожалуйста. Давай. Там, да, где-то? Вон, вон, вон. Все, нашли. Все. Хорошо, спасибо. Хосне фон гора киси апне достко. Кера джанде вали то не, лекин ореол бана. Пакши не вот, а чил. Россия вали. То, дейкте ин трай карте, сайд вайз милте, то лелинге. Хай апне, тун на джарабе дейк лио апне. Дейко дукане яа пе. Джекет бикне чалу оги, ситамбар чал ра. Чалу оги джекет. Дейри тиште. Здрасте. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. У меня футболка с российским флагом, нет? Не найдем? Да. Именно с российским флагом нужно? Да. Либо СССР. А, да, либо СССР. Имперский. Имперский это что? Ну, это российский флаг до... А, до СССР? Да. А, сейчас, сейчас, Блин, я плету. Так, живу в России. Вот такая. Вот же, да. Сила в правде, у кого правда, тот и пойдет, сильнее. Пойдет, я думаю. На вас? Да, на меня. Эль пойдет или Эксель? Мне надо, чтобы вы побольше. Я понял, сейчас посмотрим. Баленсиага бье. Оригинал Баленсиага. Она и Сигендер Чейн лагие. Вау. А какой размер? А мне на один размер больше, если есть. У меня на последняя. В чем сильно, да? Ну, в принципе, она на тебя подойдет. Как на меня. Попробуй померяй. Да? Не стесняйся. Я сигар, да? Это да, но... Давай сейчас я по плечам положу. Ну вот, она как твоя куртка. Но куртка тебе свободновата. И по длине, но... А, бля, лагри. А сколько стоит? 500 рублей. А, дешевле? Скидки? 400. Для турист. Для туристов? 400. Для гостей. 250. Нет. Они... Не, нормально ты надо. Нет, 400. Для футбола. Еще ее такая. Мир русский. С нами Бог. Ох, тоже хорош. С нами Бог. Ты где? А, я вижу. Вот это имперский орел Николая II. Воли, ты говорил? Прощай, Воли.
земли. Кунцы сели, едем. Ее члегри. Флага, не, бля. А там если утюгом там... Ничего, с обратки вы гладишь и все, ей ничего не будет. И стирается хорошо, и носится хорошо. Это все из Китая, да, наверное? Нет, это Россия. А, это Россия. Это Россия. А что еще можете предложить? С российским? Да. Только флаг могу. Только вот это? Нет, флаг. А, отдельно флаг? Флаг есть как раз. Пока еще матча нет. Mess with the best. Так, это что? Die like the rest. Это имперский флаг. Это флаг Российской империи Николая II. Ага. Только я понедельник. А? Не он дает. पर ये खराब हो जाएगी लेकिन नहीं मांगता मैं क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही रशिया वाली मांगता है ओके तो दस कॉल का बोले स्टोर 400 रुपए 250 ये मांग नहीं तरह से 300 सो 300 नॉर्मल 400 300 दायु ओके बाय बाय 350, давай и все, ни тебе, ни мне. Хорошо. Все, держите. Спасибо большое. Носите в удовольствие. А где еще можно найти носки? Российские тоже. С флагом. Обычные, обычные. Желательно. Так вот, вы же прошли, ребят. А вон там, да? Вот, на углу. Вот видите, где белые? Там женские были, нет? Нет, смотрите. Вот по прямой идете, вот видишь, белая материя мотается. Ну да, я понял. Ну вот там трусы, это, спросите. Ладно, там. Спасибо. Удачи. Спасибо. Откуда вы, ребята? Мы Индия. Индия? Да. До свидания. А я чем? Т-шерт то мил гея, я ле лета ум. Граб чи оре кача, кача чайе. Мереко топи манта. Да, мы топи дадим. Ери жирабе ви. Топи дегна, тебе кучи ери ту бол рада кал. ट्राई तो कर नहीं ये थोड़ी बच्चों टाइप लग रही है ना जराब लेते अच्छे भी जराब जराब लेगा छोटी वाली है जराब से कुछ नम नस्की मोजन पसंद रही था चोर नहीं है इस दावस चोर नहीं टिकटॉक वाली लेगा टिकटॉक चोर नहीं है ता चोर नहीं चोर नहीं नहीं तो ओके पुनीत को ब्लैक जो जो जराबे चाहिए अब ठीक है कोई बात नहीं वाइट गंदी हो जाती है मेरी तो टीशर्ट मिल गई मेरा काम हो गया आज का फ्रूट मार्केट ओ फ्रूट मार्केट वाह आ फ्रूट ले लेते हैं कुछ हाँ ना अंगूर ये क्या है पुनीत ये देखिए शतूत है ब्रास ये तो что это ежевика ले लेते हैं यार थोड़ा अभी कब प्रदेश होते चुचुक मोजना था कुपिया Вот, 150 рублей стакан. 150, так много? Давайте 100 подойдем. Рублей берите, да? Берите. Не надо чистить или нормально? Не надо ничего, не чистить, ничего. А что это у вас такое? Камера. Камера? Да. Как еще раз называется? Ежевика? Да. Окей. Ежевика, Лиам, ежевика. Я вот не знаю, что это. Русский, не, английский, не, пора не. मंडी आ गई मंडी वाली भी आ गई चल दोपहर दिन ज़रास्ते सबको राम राम करो हेलो ये क्या बिच्छे अभी तो नहीं चाहिए टमाटर ज़राब है चाहिए जी बुत्थे बुत्थे टमाटर ज़राब है चाहिए थी फ्रूट के मार्केट में आ गए दिखा अपने कैसी है टेस्ट तो करो मस्त है शतूत तो है अपने खट्टा है है तो शतूत कुछ और ही है यार देखा कुंभी कुंभी क्या बोलते हैं मशरूम 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 को करनी चाहिए ये क्या बैंगन 20 रुपए का ये क्या है अंजीर लेगा नहीं यार लेने ले लेते हैं ले लेते हैं क्या फर्क होता है दो तीन पीस ले ले वो लाइन लगी है रखे घंटी लगता है फ्री में बांट रही है लाइन कैसे लगती है सब्जी की मार्केट में तो सर तरबूज है फ्रूट मार्केट ड्राई फ्रूट लेगा जराबे ढूंढ तो पुनीत अपने
हमको जराबे चाहिए जराबे मेरे को टोपी मांगता मेरे को जराबे मांगता वाओ क्या हुआ बुद्धि बुद्धि नाशपतियाँ क्या है ये कुजुल किजुल किजिल आगे देख ले क्या है Здравствуйте. А что это именно? Инзель, такая ягодка. Сладкий, да? Попробуйте. Там косточка. Там косточка. Гитта гоги андер кэри. Хатта я, дыха. Гипса тесто, не знала. Не гаджите. Спасибо. Мазя не ая, значит не дыха, лекин кой ваад не. Это ей-ка, стринки фрукт. Это шахед. А, семечки. Это семечки, да? Да, семечки. Эти 50, эти по 80. А так продается? Так и продается. Так и продается. А, нет, нам забрать никак. Не можете, да? Это так берется? Их надо сейчас, да, еще кать. Это молодые, нежные такие, не сушеные такие. Мы первый раз так видим. Мы, да, первый раз. Я понимаю. Ну попробуйте, возьмите. Пробуйте. Seeds and seeds. Да, их надо молодыми щелкать, чтобы они не сушеные, у них много железа. А так прямо можно, да, кушать? Да, конечно, вот не сушить ничего прямо. Да, не так хорошо, да? Вот эти 50. 80 по 100. Sunflower, не? Sunflower. Сурожмуки как бейджо, да? Вкусный, да. Вкусный, но мы не можем забрать у нас. Мы думали, мы так продаем пакет. Спасибо. Ага, да. Еле, покажи. Граб, бля, граб. Лисан, мирте. Манди, манди. Лисан, а? Мужчина, винограда сладкого. Здравствуйте. Сейчас придем туда. Анкл Булара, говорит, ангур, дегло, амара, пока ангура. Ангур. Здравствуйте. У вас черные или зеленые? Здравствуйте. У меня зеленые и черные. Какой любите? Откуда они? Это брянские. Все брянские. А, брянские. Сладкие, да? Вот это сладкие, вот это кислые. А, нет, сладкие. Вот сладкие. Чуть-чуть нам, можно в пакете? Сколько стоит? Алексей Тиска. Я хочу. О, не. Подруг угостишь, боже мой, будут сами как у нас кошечки. Нам чуть-чуть только, давай. Ну, чуть-чуть, да. Я тебе завезу. Пакеты. Это дело, как его зовут. А сколько стоит? 25. Сколько стоит? 50 рублей. 50 рублей за килограмм? Выбирайте, килограмм, да. Давайте какой. Здесь вот килограмм где-то есть. Все хватит нам. Хорошо. Чтобы было ровно, поровну у каждого пакета. Так, 2,250. Или 2 у нас? Ай, момент. One moment. Какие? Кумби. Мушрум, да? Янгур я вала кера киттия. Я вала кера митхия. Мне митхи вали лея. Алексей тест какой? Итне митхи ди не, о. Мطلب, хамне бьем только нараз не кера. Вайн. А, вай мне кой лага. Вайн ка тест, ара пура, жис вайн пиро. 50 ка нота кула? Итна отсру бьет. Вкус как вино. Вино это... Нет, ну вот попробуй. Все, отставьте. Спасибо. Заходите. До свидания, хорошо. Спасибо. Собья лет антиан в окоринчу. Да, а что у вас есть? 20 рублей. 20 рублей за килограмм? Да. Нам немного, нам... Вот, смотри, Лега. Две штук возьми, да? Две штук, дайте нам. Две штук. Да все забирайте, я Да у нас нет места. Два штук возьми. Я вам дам пакет, бери. Пакет у нас, пакет у вас пакет есть? Отдельный пакет. Отдельный пакет есть? Можно, да, сюда съесть? Это у вас последний сорт, что ли? Да. А много привезли вы? Не,
Нет. А вы сколько привезли? 10. 10? Ой. Попробуйте. Российский фрукт. Мы из России привезли. Это где вы взяли? Там где-то. Вкусно, да? Ежевика. Вкусно? Да, ежевика, ежевика. Да. Нам только два. Мы из Индии, Индия. Нам пакет не нужен. Нам только два, остальные продадите. Мы вам сейчас... Остальные другим можно продавать. Да, берите. Нет, берите, я уезжаю. Забирайте тогда домой, возьмите это вам за этот. Да, ставьте. Не, не надо, не надо, сдачи не надо. Возьмите еще. Виноград у нас еще. Нет, виноград не хочу. Возьмите, почему? Ну, давайте. Вы снимаете? Да я все везде снимаю. Всех снимаю, да. Ну, это хорошее, без косточек. Нет, есть там косточки. Есть? Да, это брянское. Много даже есть. Есть, да? Почему так? Что это они вас облегчили? Да. Друзья. Друзья из Индии, да. Мы ее друзья. Я говорю, мы ваши друзья. Да. Что? Меня брат, это, зять, да. Сестре муж воевал за вашу Индию. За Индию? За вашу Индию. Да? Он был русским? Куба. Он вернулся, 32 года умер. А где он? За кого? За индусов воевал? За Индию? Когда это где? Ой, в 90-м году он уже приехал. Нет, в 87-м. А в каком стране он воевал? Да, в каком стране он воевал? -то? Нет, все были сами. Виноград. Все салкин. Ну, сдачи я вам. Не надо. Все нормально. Это продадите кому-нибудь потом. Мы две штуки взяли у вас. Нормально. Все, возьми все. Ну, нет, у нас места нету. Пакет взял. Нормально. Мы не доберем. Другим можете, да, продать. Все, спасибо, до свидания. Ну, может, подарите другим. О, вы можете подарить. Ладно, спасибо. Хорошо. Индия Гурам Рам. ठीक है भाई. मेरे को जराब मांगता. जराब नहीं मिल रही तेरी. वही दोबारा. ये वही आ गई. इधर. उत्तर ठीक है. Это у нас камера. А? Камера. Камера. Мы себе снимаем. Кя бодия, яр. Ор кя лена манта? Нет, спасибо. Нет. Ор кя хай? И кя яр? Калинка, чай, лесная, чистенькая. Как это называется? 25 рублей. Как называется? Калина. Калина? Берите, чистенькая. Калина гаджи бьет. В лесу. Сладкая? Можно попробовать, да, чуть-чуть? Попробуй, но она же кислая. А, кислая она бывает? Кислая. Мы просто не знаем. О, берите. Виноград мы взяли. Спасибо. Ко мне не приходи за виноград. Потом. Завтра еще будет. А почем вы это самое? Виноград? Да. 50 рублей за килограмм. Ну вот, и я бы отдала. Завтра возьми еще раз. А? Нет, завтра будем еще раз. Хорошо у вас? Так завтра понедельник. Во вторник теперь только. А завтра входной рынок. Так давайте хату мы его лили там. Возьми хоть один пакет. Хорошо. Держи. Пакет есть, да? 25. Пакет. А, да, есть. Можно два? Один возьми. Давай. 50 рублей. Возьмите вот этот пакет. Тогда мы вам вести его. Положите, у кого-то. Мне не дадите, я вам.
Ну чего вы, берите уже. Хорошо. А дети, возьмите, пожалуйста. Все. Один штук это возьму. Давайте. Это сколько стоит? Очень острый. Очень, да? Леле, вот очень леле, на, острый, хороший. Он куда мирчи мангдает. Давайте, по 7 рублей. 7 рублей штук? Да, штука 7 рублей. Один возьму. Два возьму. А тот по 8, тот по 8. Хорошо. Три штуки взяла. Три? Да. 7,321 и 50. Все, оставьте, не надо взять. Это еще один это возьму. Золотые, берите еще. Не, да, спасибо. Спасибо. Если вы живете... Да. आंटी कुछ होगी बेटा बुजुर्ग थे ना आंटी मेहनत करते हैं यहाँ पे बहुत लोग सब जगह करते हैं यहाँ ज़्यादा करते हैं ये खुद अपने ना उसमें उगाते हैं दाचे में फार्म हाउस में फिर यहाँ ला के बेचते हैं जवान जवान लोग भी सब्जियाँ बेच रहे हैं यहाँ बुढ़िया शर्माती नहीं है यहाँ पे कहती है मैं बुढ़ी हूँ कोई बात नहीं लेकिन काम करूँगी अपने लिए होती है ना प्राइड कि मैं हूँ अपने लिए कमाऊँगी खुद ही खाऊँगी जराब कहाँ है जराब मेरे को पता चल गया रास्ता संडे के दिन इतना भीड़ नहीं है ऐसा क्यों क्या पता मतलब इसमें नहीं है सब्जी वाले लोग ही कहाँ हैं थोड़े से तो लोग रहते हैं यार हाँ छोटे छोटे शहर हैं रास्ते ये भी जराब नहीं बस इतना बुरा हो गया रास ये नस्की है सुअस लेट में नस्की है चोरनिश ते प्रोडावेट्स там ओ извини मुझे लगा आंटी की दुकान है कह रही वहाँ पे है सेल्समैन सेल्स गर्ल ये तो लंबी वाली देखो छोटी वाली चाहिए अंडरवेयर होगा आंटी के पास ये रही ना देख ना ये रही टिकटॉक वाली नहीं है कलर क्या ओह डीएचएल डीएनएल डीएचएल चलता है पता है डीएचएल मोड में हाँ मोड में अभी तो नहीं है थोड़ा पहले तभी तो नकली है देख रहे डीएचएल नाम की टी शर्ट ये वो बताओ कुरियर कंपनी चल रही है ओ इंडिया वाले रुमाल रचित इंडिया वाले रुमाल रुमाल हाँ कहाँ है आंटी बस जाने वाली है ये बच्चों के ना ऊपर पहनने वाले Значит, 80-60. Чакай, это его ли тандвали? Тандвали батчок его. Так, слушаем вас. Добрый день. Носки нам черного цвета. Ну, носки черного цвета? Для нас. Какой размер? Ой, ну, 43-44, может быть. Какой на нас пойдет, вы думаете? 43-44. Угу. Смоленский подойдет? Смоленские носки еще бывают? Или... Просто фирма так называется. А размер это какой? Короткий 29. Или? Это высокий. А нам короткий нам есть, да? Короткий, давайте короткий. Большой вибр, да, у вас? Угу. Прямо много-много. Пума верачи. А, вот они, все. А это так продаются или можно 2-3 выбора? Одна пара 60 рублей. 60? Да. Скидка будет, да? Нет, все по 60. Если два возьмем? Два 120. На 1500 возьмем, тогда будет скидка. Оптом? Конечно. А кому продавать? Покупают оптом еще? 1500, 2000 хорошо. Покупают, да? Да, да. Короче, где конце? Да, это один вот этот синий. И... Это не надо. И... Белые не надо? Не, белые нет. А вот еще давай. Давай возьмем белый еще. Чай дырку? Чел тулель. Давай это белый. Угу. Один черный, а да, один белый. А вот у тебя есть? Угу. Ну, этот номер, я не знаю, какой у меня на... А, Найки нормально. А Найки давай это еще один. Давай это один. А, ладно. На WhatsApp вот этот. Вот так пойдет? Ладно. Давай ты вот так два возьмем. Вот так? Не. Это же оптом будет. Она сама предлагает специально так. Это же оптом будет. Выйду два, дам джанги горы. Давайте два отсюда. Могли бы держать 10. Все по 60, смотрите.
2 по 40 рублей. Нет, все по 60. Почему так дорого? Нет, давайте. Денег нету. Вот так, да? Да, вот так, вот так. 120 рублей. 100 рублей. 80 рублей. 80 давайте. Все вступают там. Я самый хороший купил, цена, знаете, давай. Футболку 500 сказали, за 300 дали. Они, наверное, 200 накрутили вначале, а потом... Не, футболка же нормально, ну, за 300. Честно, я вам говорю. Да. Вначале накручивают, а потом якобы сбрасывают. 80. Я так не поступаю. Или давайте еще одну подарок. 20 рублей. А, еще 20? Ягоды, знаете, сколько стоят? Я себе ягоды не могу позволить купить. Да? Да, а вы покупаете. Возьмите, да? Да, нет, спасибо. Нет, можно попробовать. Не забудьте. А, хорошо. Нет, спасибо. Попробуйте, да? Кофе буду пить где-то. Мы первый раз попробовали. Это у нас нету там в Индии. Тогда можно. Да. Спасибо. Пожалуйста. А сколько это стоит обычно? Вот такая стакан. Я ж не знаю, я ж не покупаю ягоды. Ну что ты там, наверное? Я честно не покупаю. Хорошо, ладно, спасибо. Спасибо. До свидания. Обзор Киаманта. Здравствуйте. Кай Будда. Он же был мне лели. Вот он. Не. Мне скопира там. Кача рэ гэ, армира. इसी के पास था चल देखते हैं आगे चलो शॉपिंग कर ली हमने ये हमारा मार्केट थी इसको बाय बाय करते हैं साइनिंग ऑफ फ्रॉम ब्रियांस लोकल मार्केट सेंट्रल मार्केट बाय बाय